Всем привет! И сегодня я вам расскажу про таких интересных муравьев, как Компонотус париус, реактивный муравей. Распространены в субтропиках и тропиках Юго-Восточной Азии. Селятся как в земле, так и в мертвой древесине. Моногинные, то есть в колонии присутствует только одна яйцекладущая матка. Размеры следующие. Матка от 13 до 14 мм, рабочий от 6 до 9 мм, солдат до 12 мм. Размер колонии насчитывает до нескольких тысяч особей. Зимовка для них не нужна. Сложность подходит даже в принципе и новичкам. Эти муравьи отличаются высокой подвижностью, активные и очень шустрые, дружные, не агрессивные, но за себя постоять могут. Очень интересно наблюдать за охотой париусов. Как только муравей-фуражир обнаружит добычу, то ускоренно бежит за подмогой, и вот уже вслед за ним несется огромная армия. Внешний вид этих муравьев очаровывает. Крупные, черные, абсолютно матовые, с золотистым отливом. Шикарно смотрится в любой ферме. Реактивные муравьи довольно крупные. Полиморфизм неярко выражен. Необычный окрас муравьев смотрится по-разному, в зависимости от освещения. Особенность париусов – каста муравьев-бочек. Эта каста специализирована на запасах пищи в зобиках брюшка. При необходимости они делятся с другими муравьями жидкой пищей путем трофолаксиса. Всеядность этих муравьев делает их очень и очень живучими. Муравьи питаются многими насекомыми – сахарным сиропом, медом, кусочками сладких фруктов. Но париусы – настоящие хищники. Поэтому необходимо постоянно снабжать их белковой пищей. В домашних условиях для них подходят любые формикарии. Акриловые, гипсовые или песочные. Состой камер от 9 до 12 мм. Акриловые муравьиные фермы с гипсовой прослойкой отлично подходят для париусов. В этих формикариях отлично удерживается влага и муравьи себя чувствуют комфортно. Если вам понравилось видео, делитесь в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.